Привет-привет! В этом видео я хочу сделать японскую лапшу, а именно сладкую. Конечно же, чтобы начать работу, нужно вскрыть упаковку. И что мы тут видим? Несколько пакетиков и маленькая вилочка. Вот из этой белой штуки мне нужно вырезать посуду, как я понимаю. Очень оригинально. Жевательная конфета очень легко лепится и похожа на пластилин. На очереди бульон. Вода с порошком непонятного цвета. И, о чудо, бульон оказался сладким. Приготовление лапши – главная фишка в этом наборе. Масса, которую я смешала, сейчас и будет той самой лапшой. Прикольно получилось! Не ожидала, что это будет так просто. Ну что ж, вы сами видели, какой супчик у меня получился. Он получился такой реалистичный, особенно лапша. Она прям как настоящая. И еще получился вот такой пельмешек. И в процессе работы я попробовала эти конфетки, которые внутри этого пельмешка. И они очень вкусные, они кисленькие. А теперь давайте попробуем наш супчик, лапшичку. Так. Это очень сладко, но когда я это ем, мне кажется, что сейчас будет такой настоящий супчик, а оказывается, что это настолько сладко, что я аж не поняла это. Ну а теперь давайте попробуем наш японский пельмень. Разрезаем его. Воу! Внутри, я поняла, эти конфетки, они как будто как мяско. Вот, давайте попробуем его. Я могу сказать, что пельмень однозначно вкуснее, чем лапша. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте свои пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!